наш чемпион. Дорогие друзья, здравствуйте, я вас приветствую. Уходит очередной год, чтоб его 2020. И знаете, каждый раз в преддверии Нового года я стараюсь радовать вас новогодними видео. Выбираюсь куда-нибудь в лес и записываю очередное веселое поздравительное видео, я надеюсь, которое поднимает вам настроение. Это уже стало доброй традицией. Но уходящий 2020 я люто ненавижу. Я знаю, что этот год подпортил жизнь не только мне и моим животным, но и подпортил жизнь многим из вас, моим друзьям, моим родственникам, моим знакомым, вообще многим, очень многим. Не буду называть это злочастное слово, да, из-за которого все страдают, страдали, так сказать, еще не знаю, сколько будут страдать. Мы же в этом году потеряли основной костяк наших животных, старичков, которые с нами с самого начала. Не буду сейчас подробно по ним всем пробегаться, вы и так все знаете их имена, но вот их уже и нету. Именно этот 2020 год всех их подкосил. И поэтому я хочу в наступающем новом 2021 году пожелать вам самого главного – это здоровье. Пусть ваше здоровье будет с вами всегда, чтобы вы могли заботиться о своих животных, конечно, и о своей семье. Ведь если есть здоровье, есть все остальное. И пусть это здоровье также будет у всех ваших близких и родных. Все остальное не важно, дорогие друзья, не важно. Видите, как ценен миг. Есть человек, есть животные, сегодня вы с ними радуетесь, все разделяете, а завтра его уже нет. Вот так вот и проходит жизнь. Пусть все в вашей жизни будет хорошо. Счастья вам, любви, благополучия. Баська, это Бася. А мы с Басей, с псом Баксом желаем вам счастливого 2021 года. С Новым годом, дорогие друзья. Пусть все у вас будет хорошо. Если у вас хорошо, то и у меня. Я тебя люблю, Бакс. Моя собака.